Привет, всем. Так, в Дискорде ссылка запостилась. Хорошо. Вот, работает. Все отлично работает. Я даже не помню, как давно я не стримил Мулану. Я вообще ни о чем даже не думал, не искал, ни так далее, ничего не делал. По Мулане. И начал в начале октября. То есть три месяца ее почти прохожу. В последнее время очень мало. Давайте вебку-то включу. Да. Привет, good evening. Ну, из-за разных дел стримы так редко случаются. Я не знаю, как у вас, а у меня что-то как-то непривычно сильно играет по громкости. Ну ладно, думаю, все поправится. Так. Ну, собственно... Good evening, спасибо за фоллоу. Так. Какая... У меня вообще-то была одна идея, которую я хотел использовать на этот стрим. Да. Вроде вот так. Какие-то злющие проги. Очень много жрут. Ладно, так. У меня и денег много. Вообще я хотел пробежаться по всем этим локациям. Решить загадку с весами. Потому что загадка с весами, ну, она не обязательная, но хочется, зараза, ее пройти. Гадкая птица. Может, этот мужичок что-нибудь говорит? Нет, все то же самое. Все точно самое. Опасность оставь надежду, идущий вперед. Здесь ничего не было. Нет, здесь все так же ничего. Ладно. Так, сохранюсь, потому что... Чтобы сочетание прок сохранилось. Между прочим, я до сих пор не знаю, как попасть в одно место, и мне это дико напрягает. Но в ротах указаниях нет, по-моему. Не страшащейся смерти. Не было, по-моему, непрочитанных табличек. Вообще здесь искать нечего, по-моему. Или все-таки пробегать. У меня уже доступны все эти локации, а... Да что такое? Да, кстати говоря, неплохо было бы сходить еще и туда. В обе стороны съездить. Так.
О, блин. Ну это уже все зачитывал, все. Все. Это было уже. Вот. Забавно, бедные мышки. Я их убиваю с одного удара, они вообще ничего мне сделать не могут. Эти, кстати, кресты меня дико бесили всегда. Ну, с этой стороны ничего нет. Надо искать, короче, зашифрованные таблички непрочитанные. Это моя цель сейчас. Чуть-чуть тяжко немножечко, ладно. Здесь все так же. Ех. Не сомневаюсь, что здесь что-то будет. Вообще вот здесь написано одна вещь интересная довольно-таки. Соберите 4 сигил, дальше пути расширится. Это просто как совет, или все-таки здесь что-то открывается с помощью этого? Ладно, так. Это не про то. Ладно, так. Там ничего нет. Вообще-то не сходил вниз, но, насколько я помню, там тоже ничего нет. Так. Где были зашифрованные таблички? Прочитанная. Так, сюда, по-моему, гигантом. Да. Ну, по ним не мешал бы пробежаться, давно не был в этой локации. Так, самое главное не читать ту, это хард режим. Правую верхнюю. Так, я помню, здесь подлянка была. Но вообще она не должна быть не прочитанной. Этой эти две таблички, которые я ищу, они должны быть не прочитанными. Вообще догадываюсь, где они могут быть.
Привет, Solid Sparkle. Рад тебя видеть. Весы. Надо было еще записывать, где... Откуда я эти скриншоты брал. Сейчас это все перебирать, это очень-очень долго. Скучно есть. Какое-нибудь веселое занятие. Мне было так скучно, что я взялся вязать. Я уже старый, так что я могу связать хороший ковер, чтобы использовать внутри палатки. Видим, просто письмо, зависящее от времени прохождения. Эх, так. Вот локация не такая уж и извилистая, как некоторые. Вы издеваетесь. Все не то, все не так. Так. О, с одного удара руку уже разрубаю. Недурно, недурно. Зеба не может ши... Вообще я... Кого последнего убивал? Поленки ведь? Так, здесь что у нас? Бесконечный лабиринт, да? Ой, бесконечный. Двойной. Здесь тоже везде был, по-моему. Притом это одна из... Не, это вообще последняя локация, на которой убил босса. Босса. У меня есть дурацкая привычка говорить босса. Что за ударение дурацкое? Так. Давайте прочитаем, что здесь просто так бегло. Может быть изменено. Это тоже видел. Все, игра походу только непонятно ничего. Но это квест Метроидвания. Вот так вот можно сказать. Сейчас я ищу таблички, которые помогут мне с одной загадкой. Ищу я по всей игре, так скажем. Мне от... Не все локации уже открыты, то есть осталось два последних босса. А. Как вызвать там предпоследнего босса, я не знаю. Не знаю, как решить одну загадку, чтобы получить какой-то предмет. Не обязательно. И судя по всему, это будет улучшение кнута. Или щит, и улучшение кнута. А вот это я не читал. Ну-ка. Это же мантра, ее надо было прочитать. Так, а королева фи мне ничего не подскажет? Вопрос на миллион долларов. По поводу призыва тетушки предпоследнего босса. Босса. Господи, босса. Да-да-да, придите ко мне, когда придет время. Там же босяру, чё уж. Проверочное слово босяра. Замечательно. Ладно, где я еще не был? Оббежал, оббежал. Вот сюда давайте. Ну здесь, насколько я помню, не было ничего скрытого.
Запрыгните на солнце, это тоже подсказка на 10 из 10 была. Это я зря, ну ладно. Не то. Ну, судя по всему, тоже не в этой локации. Все таблички прочитанные. Я все их скриншотил. Мне нужны светящиеся таблички. И красноватым цветом. Какая-то вниз куда падает? Ага, вспомнил. Угу. Ладно. Справа я тоже ничего особого не помню. Поэтому пойдем еще посмотрим в храме. О, в храме. В этом. В пещерах ада. Потому что это тоже одна из локаций, на которой очень долго не был. Очень давно не был. Ну до сих пор смущает вот эта тетенька. Меня она давно смущает. Непонятно, короче, что с ней делать. Так, а что если... Вот сюда надо зайти, да. Я, кстати, кое-что увидел. Я сюда вообще заходил. Я этого не помню. Это место было создано гигантами, как место запуска башни с горячей водой. На башню не смогла летать, и эта земля была в результате заброшена. Поэтому земля не страдает от божественного возмездия. А. Здесь глаз нету, да. Здесь есть очень неприятная... Ну, это старая загадка, которую я уже решил. Ничего в этом отделении нет. Загадка про вес. Здесь нету, нету. Это тоже ничего важного. Так. В нижней части это находится темнота, которая убивает. Это не дурственно, да. Угу. Как открыть Эдем, тоже вот одна из самых сложных загадок, если честно. Случайно кнопку не нажмешь и все.
никогда не догадаешься. Здесь я, в принципе, все, по-моему, оббежал. Можно здесь посмотреть. Хотя здесь был... Я уже здесь часто ошивался. Кстати говоря, комната с боссом-то, надо бы зайти в нее. Посмотреть, может, что поменялось. Так. Здесь, по-моему, не был после босса. Музыка прям 10 из 10. Ну, здесь музыка сейчас. Покажу, какая мне нравится. Вот прям... Вот если вот такая вот... Это самая первая локация. А есть у здесь у каждой локации есть своя альтернатива. Сейчас... Нет. Блин, как она называлась-то? Не-не-не-не, сейчас. Найду. Есть альтернативная. Блин. Я не помню, как она называется. Вот это. Вот это прям на 10 из 10 локация. Притом первая такая понятная локация вся из себя. Ходи, просто тыкай всех, изучай начало игры и все такое-такое. Буквально. А вот эта локация альтернативная, она просто жесть. Интересно, если туда пойти, то... понятно. Значит, здесь ничего. Так, это надо переставить обратно софтинку-то. Так. Так, не было еще, кстати говоря, да. Это одна часть. Не вижу. Между прочим, я знаю, что здесь вход находится, как это сказать, в бонусную локацию, но я не знаю, как он открывается. Даже подсказок нету насчет этого. Может, они, конечно, и есть, но я их не вижу. Видел, Ромалоки называется. Так. Табличек нету. Где же зашифрованные таблички-то? Похоже, все в альтернативных этих. Штуках. У меня даже лампы не потраченные. Ключайник. Нет, здесь тоже ничего. Это я заманаюсь бегать. Но осталось, в принципе... Давайте по альтернативным походим. Начнем с храма лунного света.
Эти локации не хочу бегать, серьезно. Попозже чуть-чуть проверим. Дэм. Да, вот это, кстати, есть одна из... У меня даже скриншот есть. Значение. Вот я как раз ищу, вот... У меня есть, считайте, вес себя. Есть. Вес... Страстного сердца есть. Во-первых, означает лечение. Но здесь нет лечения. Русский перевод. Отлично, просто не сопоставить. Не сопоставить здесь. Так, красноречие 44, искреннее сердце 50. Черный фиолет. Камни. Раз, два, три, четыре. Белая пала означает радость. Стоп, а это... У каждого сердца... А, тут вообще сопоставления такие долгие. Но у меня нет сейчас раз, два, три, четыре, и белое сердце означает, белое опал означает радость. Радостное сердце 20. То есть у меня нету блаженного сердца, чистое сердце было. Нет, чистого сердца нет. Нежного сердца. Ладно, это еще предстоит. Кстати, нет, я, пожалуй, кое-что сделаю, если у меня так все плохо. Вот так вот еще. Просветил Урмалоки, в памяти остались. И я видел эту загадку Урмалоки, но он там в своих записях копался. Я видел, как он это решил, но... Я не помню, в какой последовательности там камни туда-сюда скидывать. О, блин, нафига я это сделал? Что у нас? И вот эту табличку, кстати, про Book of the Dead прочитал только после того, как убил уже товарища, против которого нужна была эта книжка. Мне тут многое так пройдено. Так, это что за фея? Фея баблища. Ну, неплохо.
Чё тут? Где бабло-то? У меня ж феи есть. Вот. Ну что, сейчас пропадет. Игра явно издевается. А, вот. Вот какая-то непрочитанная табличка. На русский сперва. Страж защищает, кое-что другое там будет клин. Восемь клинов продадут форму души. Ну, клиньев там надо, типа, забивать в самой последней локации, чтобы появился последний босс. Ну... это полезная информация, на самом деле. Угу, здесь ничего нет. Здесь я вроде везде был, кроме одного места, но там, по-моему, и не сказано ничего. Про сердце. На самом деле у меня... вот что я в руинах башни где-то не прочитал. Где здесь не мог не прочитать-то? Ох, ё-моё! Я забыл про это. Ну ладно, хоть недалеко сохранился. Серьезно? А почему загадка воскресла, так скажем? Ладно, здесь тоже так на первый взгляд нету. Здесь я тоже табличек не по... была, по-моему, одна сверху, но она, я, по-моему, читал уже переведенную. Так, ну-ка. Есть способ получше здесь побегать. Через вот отсюда. А ну-ка, вес. Ладно. Вот, вот она как раз та табличка, которую я прочитал и на лучше на английском. Какой-то Sapphire Affection. Так, ну-ка, сейчас открою скриншоты. Был храм Луны. Ну-ка, на английском.
Это, понимаете, они перевели affection как в одном месте как влечение, в другом месте как нежный. Нормально. Мы будем знать. Фейл перевода. С этим, ладно, разобрались. Сейчас я расфасую скриншоты. Это у нас было в пещере ада. А это у нас было... Так, а это что за скриншот? Два английских щита с золотым сиянием. Фиг его знает, где лежит второй. Ну ладно, у меня один есть, и этого достаточно пока. На самом деле не нравится то, что такое обрубок, на самом деле. Да... Вы серьезно? Ну, натуральный перевод здесь вообще ужасен. На русский. Так что я пользуюсь, не помню от кого там. Деньги не могут купить реальные вещи. Пойдем сюда. Зачем сейчас покажу? Мне надо попасть вот сюда. Так. Я просто хочу посмотреть, что там лежит. Красный камень и развейте проклятие. Это тоже знаю. Так. Сверху что у нас? Нет, не так быстро. Ну, нельзя по течению... Нет. Ну, тоже к чему-то старому наверняка относится. Так, здесь ничего нет. Прямо этого рождения, что ли, пойти? Что-то мне это не нравится. Табличка для полного перевода. О, я, кажется, знаю, кстати, где, возможно, табличка... Есть непрочитанное. Ну, волочная птица.
ненавижу вот этих слонов. Заразу бы не видала. Ладно. Не, не особо-то много нашел, поэтому... Просто ходим и аккуратно все смотрим. Все прочитано. Эти таблички, которые я не мог перевести, они, в принципе... Оставались бы непрочитанными. Нет, 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 нет. Тем более меня выстрелили, надо бы отсюда слинять. Где поверхность-то? Вот она. Чайками отдает. Так. Значит, думаем, а вдруг последняя табличка, там какая-то не последняя, она в том месте, где я еще не был. Между прочим. Может, здесь какие-то изменения? Нормально так. Я потом добегу. Ну, храм рождения я недавно. Я уже переведенный его оббегал, так что. Я вот этого не помню. Да, я это читал. Чеки, которые у Минеки. У Мин... Чего? Нормально. Эти каратисты. Ну на кокорони, когда плачу че... Господи. Я знаю, что это вроде как манга и аниме, когда плачу чайки, но... вот это, знаете, это отдает и цитрэп. Туда нельзя вставать. Не все тут помню. Все-таки надо последнюю комнату поискать у этой тетеньки.
Продолжить играть. Хотя, блин. Я знаю, что когда убьешь предпоследнего босса, вот эта локация изменится. Он-то Тиамат. Закону своими мощными силами. Только избранный может пройти. Ауч. Потом манга и аниме лучше не надо вспоминать. Слишком много вырезано. Ну, мне в любом случае там концепция это не нравится. Вообще редко, когда люблю... смотрю какой-либо, и очень избирательно смотрю, скажем так. Ну сволочь ли. Философ открывает путь. Вот мне интересно, как вот вниз попасть здесь. Так, ладно. Давайте просто пойдем дальше. Тиамат все равно же придется вызывать через эту штуку. Только читать можно. Ну, блин. Мне сама это... просто, я не знаю, какое-то типичное аниме. Типичном аниме либо школьники, либо там дворецкие высокие дворяне какие-то там. Которые приказывают каким-то темным силам что-то делать, или наоборот, что-то там играют между собой. Дворяне и темные силы, вот ну прям... сколько хайпа было по этому темному дворецкому, Господи Иисусе. Ужас. Ужас. Давайте все-таки. А потом вспомню, я думаю, куда я ходил, куда не ходил. Попробую сейчас понять, куда надо. У меня не открыта последняя фиолетовая штука. Здесь я вроде все простукивал. Нету, сверху ничего не ломается. Там локация. Еще раз. Вот последняя нету. Может, что-то с духами надо сделать. Башня. Ну-ка. Нету, нету. Туда не попадается просто так.
Здесь что-то надо делать особое. Между прочим, вот после... Может там еще раз появится кто-то? Все, улучшатель музыки, по-моему, нашел. Не знаю, может куда-то спуститься надо, пройти или еще что-то сделать. Мне еще эти статуи напрягают. Разозлить башню. Не, я не хочу. Иди нафиг, башню. Ага. Здесь какие-то знаки есть. Я буду пропускать сквозь пальцы, я буду утверждать за пределами времени. Если так посмотреть, здесь вообще ничего. Третий должен быть освещен. Свет зависит от числа жизни у 11 детей. Третий должен быть освещен. Кажется, догадываюсь, что здесь дело. Ну-ка. Сейчас я прочитаю чатик. Дворецкий для девочек исключительно, если ты не заметил. Я и не смотрел его. Мне вот вообще с глубокой колокольни этого Дворецкого. Не хватило видосов уйма девочек, которые косплеят этого Дворецкого. Чтобы понять, что там все не очень. В принципе, как и в Наруто. Так. Зато одно МВ по One Piece, всего одно. Его никто не косплеит у нас. Никто не это. Одно МВ показали на одном фестивале. Самодельное. И я прям так проникся, что пошел смотреть. Сейчас я его читаю. И хочу снова пересматривать. Я сумасшедший. Так. Башня, так. Сейчас. Ты у нас как нажимаешься? Коридор пространства. Много информации. Ничего нету. Бесконечный коридор, может тут есть последовательность.
И не смотри, Рилли помойка. Как этот вамписный косплей? Ты не из МСК, что ли? Нет, я из... такого города под названием Казань. Ты промахнулся где-то на 700 километров с лишним от Москвы. Так. Уже здесь что-то про детяток есть. Третий должен быть освещен. Третий. Как понять, кто здесь третий? Вышли сюда. Здесь... А, это там, где падаешь, да. Надо применить штуковину, и все будет клево. Ну, у нас один проходит ежегодный. Я не знаю, как он будет в следующем году делаться. Это что за лазерное шоу? Так. В Казани... Так, сейчас. Здесь никакой цифры тоже. Ну, 5 значков горящих. Может, этот 5-й. Здесь я не помню, что были эти сыновья всякие. Здесь был 4-й, наверное. Нет, здесь тоже был. Или не было? Не было. Здесь же тоже 4 этих штук. Ой. Давайте ключ бесконечности. Нет. Вообще про два сосуда тоже довольно-таки интересная тема. Нет, а где-то было про этих засранцев. Сейчас я найду это. Сейчас пару секунд захвачу. Фух, так. Ну и поехали. Конец жизни. Так. Где-то говорилось про этих. Наши врата иллюзии. Нет. Надо сортировать как-нибудь.
Дети детей хранят комнату Тиамат. Я 11-го найти не могу, да? Ну-ка. Что там с этим? С изображением сзади. 5-5, 11, да. Как попасть к 11-му? Просто на миллион долларов. А была старинная такая загадочка. Нет, это даже не камера рождения. Сейчас. Игру-то... А, зараза. Ну, тут ничего особенного не произошло, господи. Да-да. Я забыл выключить. Сейчас. Где это было? Это было кладбище гигантов вроде. Не кладбище, мавзолей. Вот есть мавзолей гигантов, есть кладбище гигантов. Локация замечательная, не правда ли? Все бывает, там вы найдете место упокоения. Ух. Я буду на это пробрать. Вот. Ну, судя по всему, здесь... Не то это, не то. Где-то было про этих детей. Ну серьезно, где-то про них было. Может... Давайте по этим пройдемся. Я имен не вижу. Я поэтому кручу так быстро. Даже сегодня видели Самаранта. Которая нифига не говорит, тетенька. Эликсир находится в руках чистого и озорного духа. Вы должны посетить ее. Произнесите заклинание жизни, рождения. Я не могу произносить заклинание пока. Включите матери, если у вас нет секретного эликсира. Нет, они ничего не говорят. Драгоценная Магатама является ключом к заколдованной мантре. Башня богини.
Может, в бесконечном коридоре было что-то. Тем более оно как продолжение, точнее, параллель коридора пространства. Как это сюда попало? Это весы. Это не то вообще. Ну, это я, по-моему, все прокрутил. Не было здесь. Врата указания там точно не было. Двойной лабиринт. Что-то тоже нет ничего. Здесь ничего не было. Убиться можно. Привет, Кощей. Третий должен быть освещен. Свет зависит от числа жизней у 11 детей. Совсем снял свой стрим с... Да, да. Снова нафиг нужно. Я что-то думал, что сайт действительно идет обратно. Но потом посмотрел на новости. И что-то как-то... Опять жалкие потуги что-то... делать так. Вот это интересная на самом деле штука. Третий должен быть освещен, свет зависит от числа жизни у 11 детей. Дорога к сокровищу. Ну, я это сделал уже. Залей гигантов. Ну тут не было про 10 детей. Богини. Сердитый змея Мушрушу, дитя Тиамат, самый сильный демон. Она стоит защищенной. Где я? Ага, я помню, где я это прочитал. Сердитый змея Мушрушу, дитя Тиамат, самый сильный демон, он стоит защищенный среди четырех столбов гигантского льва Угалу. Так, ну-ка. Он-то Умидабруто. Так, ну-ка. Умида... Вот секретная комната.
Пробудите души покойных в следующем порядке. Голос, хвост, тело и крылья. Лево-право. А вы видите вот это? Это что вообще? Голос, хвост, тело и крылья. Это... Голос, хвост, тело и крылья. На что это похоже, непонятно. Ну-ка. Ком-то муж нашу. Про него не... Так, стоп. Сейчас... Я молодец, я забыл снова снять. Фак. Проверяем сейчас вот это вот. Комната Мардук. Комната Урма Клула, бешеная собака. Ага, видите? Что-то пробудилось. Комната Энлиль, нет. Гертабилу. Нет. Кусарику. Нет. Комната Э. Комната Кулулу. Нет. Комната Аншар тоже нет. Комната Кишар. Господи Иисусе. Язык сломаешь с вашей ламуланой. Комната Абзу. Угу. Комната Юш. Так, понятно, все. Комната Лахму. Стоп, или мы уже 4 обнаружили? Да, все 4 вообще-то. Сейчас просто внизу посмотрю еще как. И надо посмотреть, сбиваются ли эти штуки. Комната Лахаму нет. Вообще, у меня читается чатик СК2ТВ, но стрим я свой оттуда снял. Мне просто, я серьезно скажу, я после некоторых стримов понял, что... Мне не очень хочется... А, стоп, это голос был, да? Сейчас нужен хвост.
Так, видимо, сбивается все-таки. Ну, два справа, один вот подо мной сейчас, и один слева. Это голос, он таковал голосом. Нашу нет. Так, судя по всему, нет. Сбивается. Это, скорее всего, крылья. Это последним надо. Так. Пробую. Угу, следующий знак. Тихо. Зараза. Ладно, это был хвост. Теперь это было тело. Ага. А теперь мне желательно. Вообще-то нормально все, но сейчас я почему-то показал, что там закрылось. Нет. Надо бы ХП восстановить. Вот тут при вот этих парня немного дают. Фармить ХП проще простого. Должны были респануться уже. Угу. Ну, давай синяя. Вот. Неплохо было бы еще сохраниться, но да ладно. Так, стоять. Что здесь? Драгоценный анг. То есть
могу сразиться с этой уже. Понятно, ладно. Ну, лучше сходить, похиляться, и все-таки хочу загадку с весами допройти. Так, вот же выход. Что если здесь пройтись? Так, это можно уже закрыть. 2 секунды. Авка буквально на минутку. Кто бы мог вообще подумать, что ответ на вот эту загадку к 11-му дитю Тиамат будет буквально в одной из первых локаций. Не первых, но... 4-5 где-то, вот уж точно. Из штук 15 тут. Учитывая, что вот эта локация, она там, можно считать, одной из последних. Надо зарядить. Здесь нас учат читать. Кстати, а здесь... заинтересовался. Здесь нету непрочитанной штуки. Нанеси на оружие в своей руке, ключ к пробуждению находится поблизости. Ладно. Я опять не так бегу, но надо вниз сюда попасть.
Фух, так. Я на самом деле ненадолго еще буду стримить, потому что что-то себя плоховато чувствую. Где фея лечилка, которая так нужна? Когда она не нужна, она приходит по раз 20 на дню. Ничего. Все-таки для чего нужны эти... штуки? Это я. Ковер наконец завершен. Зайдите ко мне посмотреть. Так, на ксилпуду отвлечемся пару секунд позже. Стоп, а вдруг там есть? Нет, тут ничего нет. Ну здесь активировался глазик, по-моему, с помощью этого. Ага. Спустился только ради того, чтобы зарядить лампу времени. Так. Ну что здесь нету? Здесь храм матери сверху, который я уже оббегал. Сюда. Это было? Или этого не было? Да. Это у нас было. Серьезно. Так. Мне надо попасть на направо.
Как я ненавижу эти... Что? Ну ладно. Вот. Привет, Пух. Замечательные игры у замечательного Изи. Ну, да. Ламулан, игра-то замечательная. Отгадка, господи. Но даже не в мавзоле гигантов эта штука, а здесь. Ну ладно. Давайте мы вам дадим загадку, а отгадку, точнее подсказку, как отгадать, мы спрячем за 3-2 земель. Так, стоп, отсюда, куда он выведет-то? Нормально. Где эта чертова последняя табличка? Где она? Кстати, а что происходит в Ламулане, если умрешь? Ты можешь нажать continue и воскресишься с последнего места сохранения. Места сохранения — это такие увеличенные вот такие таблички, на которую ты можешь также телепортироваться, когда найдешь Грааль. Это практически в самом начале игры. Ну и, собственно, все. На которых ты можешь сохраняться вообще. Ну-ка. Или пойти Тиамат все-таки прибить. Может пойти прибить Тиамат? Ну блин, я боюсь, что... Будет плохо. Так. Между прочим, это даже, по-моему... Не, это не объясняется. Скрешение все-таки. Ничего. Есть последнее место, которое... Вру. Последние два места, в которых что-то может еще быть. Это вот это. С божественной просто музыкой. Локация. Угу. Блин, я не помню, как здесь бегать. Это вообще вот... Это большущий ад. Ну, таблички все вроде прочитанные. Так, здесь ты падаешь. В принципе, да, ладно. Табличек нет. Ах ты скотинка. Ударил меня.
Я вспомнил, где здесь табличка была зашифрованная. Бегем туда. Так, только туда попасть надо. Можно только запутанным путем. Так. Тихо, 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 тихо. Нельзя падать. А, она прочитанная. Что-то я чувствую, что все-таки все-таки надо убивать Тиамат, смотреть, что будет дальше. Спрыгнул. Кстати, здесь как раз таки эта загадка с весами и сидит. Если нажать, точнее слева, справа вот эту прочитать табличку, загадка активируется. Но у меня нету полностью этой штуки. Пофигу. Это замечательно, когда дымогом тебя проталкивает вперед. Попасть вот сюда я еще не знаю. Ой, да ладно. Чё началось-то? Так, драгоценная Магатама. Ну все, собственно. Практически все облазил. Ну, давайте попробуем победить тетеньку Тиамат. Правда, знаю, что после этого храм матери изменится полностью. Возможно, там не все сделал. Ну, сохранився на какой-нибудь отдельный сейв.
Что-то еще был снаряг из... Снаряга бы запастись. Ну, снаряга для слабаков, так что... Где там? Все, идем. Ну, между прочим, помню, как все-таки это... Точнее, я помнил, что для чего-то Ромалоки здесь зажигал какие-то вот эти души. Я даже не помню... Как он это делает? Серьезно. Для чего он это делает, тоже не помню. Помню, что что-то такое было. Пробуждение детей — это пещера ада, которую вот буквально сегодня пробегал. Тетенька Тиамат, здравствуйте. Ё-моё. Ничего, вот так что ли тебе бить? Я не на то же нажимаю, меня это дико... То есть ее бить с подбородка только что ли можно? Вы серьезно? О, при... походу да. Но с первого раза не побежу. Она сильная. У нее тут три стадии, что ли? На мне уже половина хп. Она злая вот теперь. Так. Да, надо вставать. Это я хорошо вспомнил. Блин, если бы... Давайте вот так. На нее не действуют. А чё ты бабахнул? Ладно, вот, собственно, когда умираешь в Ломлане, что происходит. Начинаю с последнего места телепортации, потому что здесь автоматически автосейв идет. Ну ничего, сейчас быстрее будет. Не знаю, как бить эти первые две фазы. У нее еще, по-моему, третья есть. Но она немножечко тохотная. Потравим как минимум, как максимум минут 20, а потом... Баюшки. Фух.
Во, видите, как быстро до второй фазы довел. О, можно отражать эти штуки. Так. Угу. Блин, я не нажим. Я не успел нажать второй раз. Охотная тетя. Хватит. Какие-то совсем страшные. Ауч. Тихо. Как от этого вообще, извините, спасаться? Фух. Ладно, быстро переключаемся на щит. Когда она так делает, я сомневаюсь, что он поможет. Вас, кстати, там нету. Нет, слава тебе, господи, а то думал, половину стрима сейчас писалось с курсором на игре. So professional streaming match cursors. Вот это, кстати, по-моему, атаку убивает сразу. Да. Да. Это лазерное шоу меня уже достало. Еще раз, что ли? Ой, какая она злющая просто. Офигеть. Это стадии. Нет, проникает все равно сквозь. Она проносит... Короче, я понял, как это...
А чё это я просто взял и умер? Нормально. На самом деле, блин, сейчас кое-что еще попробую. Так. Отлично, просто 50 хп, как не бывало. Не, лучше по старинке. И это только первую стадию я у нее забил. Привет, Исина. Так. Ауч. Какая ты злющая, господи. Что за тахоту ты здесь устроила? Тебя матушка. Так и делай, пожалуйста, не используйте лучи. Не, ну я примерно представляю, что нужно делать, но... А может, надо запоминать просто, в какую сторону она поедет с ними? Тахота на изи, если только... Ну да, да. Когда тахота, это еще лучше. Ой. Не люблю, когда много заранее на экране, который себя тебе дамажит. Так, я понял, как ее бить по два раза, и это классно.
Глядишь, я сейчас все переживу. Быстро. Вот это было интересно сейчас. Нет, я не пройду ее сейчас. Да... Нормально. Давай откинем тебя. Почему иногда не срабатывает восстановление ХП? Ну ладно. Просто попытаемся быстрее ее забить сейчас. Спаркл, ну... У меня как бы под вебкой написано... Тут... Надо было еще дописать без предположений, потому что это тоже, знаешь ли, такое. Моя вина, конечно. Может и смотрит, может и нет. Зарашим по-своему. Ай. Тьфу, сорян. Да ничего, ладно. На самом деле играть без чьей-либо помощи это тупо невозможно, серьезно. В смысле, обязательно кто-нибудь все равно приходит, начинает... Вот это так ляпнет, короче. Вот. Обижаться на это, если человек это делал случайно, там, один раз, да и то предположение, чё... Дуться, что ли, теперь? У меня просто уже был один случай, когда человек вот там реально просто проспойлерил мне один момент, да еще и неправильно. Сказал типа такой, ну давай я тебе типа помогу, я все равно ухожу. Че, нормально. Я не помню, насколько я его бан отправил. Слиппери Серпент. Уничтожили Тиамата. Ну ладно. Скорее вопрос был, фиг знает. Ну ладно. The Beginning of Hell Awakening. Obliterated All Guardians. Все. Предпоследний босс повержен. Магатама. И теперь здесь можно применять Грааль. Давайте сохранимся, сбегаем сейчас, где эту Магатаму применять. Что здесь музыка изменилась? Давайте спросим. О, ковер! Ветер сегодня просто забывает.
Я забыл к нему зайти, когда он связал ковер. Ладно. Да, кстати, про матери пропадает из этого. Я просто смотрю. А вот куда она смотрит? Ну, шевелится она, смотри, она вроде как следила за мной сугубо, а не куда запульнет. Здесь ничего не поменялось. Это все так же, все ездят. Так. Надо сейчас вспомнить, куда мне идти. Я в упор не помню. Сейчас. Применим Магатаму-то, там где нужно. Давай вниз. Ауч. Ну-ка, дайте-ка себе вот это. Вообще вот это. Артефакт для вызова мудрости древних времен. Для установки в нужном месте нажмите кнопку предмета. Вот так вот. Ну чё, я думал, дольше с Тиамат. Двух этих не хватает. Трех, точнее. Штук разных. Вот это обидно сейчас было. Не надо было так далеко убегать. Ну давай, посыпайся. А теперь иди. Иди, кому говорю. Ты никогда по два раза подряд не пулялся. Давай. Да. Вот это сейчас было полно. Эти горят. Нифига себе. Может, я всех гвардианов, что ли, убил? Я забыл про это место. Вижу, вот там вот есть
позади нее штучка. Ты Магатама не нужна, тетенька? Где может понадобиться Магатама? Я не помню, где она понадобится. Лично просто. Вот Фогни помог мне выбить чертеж пушки, где теперь фармить части. Также ловить на алертах этих. Давайте, ладно. Надо бы уже мне заканчивать. Я реально себя плоховато чувствую. Так, сохраняемся на отдельное, потому что там до убийства Тиамат. Все такое. И хоп. Здесь-то все по-другому. То есть, видите, весь храм матери поменялся. Сейчас. Может, ты мне теперь что-нибудь скажешь? Идите ко мне, когда придет время. Да это уже конец игры. Кстати, так и не понял, что Магатама делает. А, давайте этим займемся в следующий раз, серьезно. Плоховато. Фух. Так что, давайте. Ненавижу вот такие уровни с исчезающими платформами. Я нормально к ним отношусь, но не в этой игре из-за механики прыжков. Это просто здесь отвратительно, серьезно. Где-то моя любимая музыка. Чудо-чудное. Вот. Ладно, спасибо, кто сегодня зашел. Вот такой коротенький стрим, осталось совсем немного. Остался последний босс. Last boss. Ну, собственно, надо еще разгадать эту загадку с весами, надо... Ну, я думаю, уже сражаться можно с финальным боссом. Думаю, тут немного возни будет с этим. Хотя, может быть, и много. У меня до сих пор... Сейчас, погодите. Вы это не видите, но... Я кое-что посмотрю. Извиняюсь, что перебиваю музыку. Две секунды. Вот просто две секунды. Две секунды, вот просто... Нет, давайте я даже верну, у меня потому что идея есть. Надо проверить, вот просто чтобы для протокола. И потом я не забыл. Где, зараза? Угу. И вот это надо, кстати, записать мне тоже на следующий стрим. Стратку далеко искать. На следующем стриме мне понадобится.
Что делать с этими компасами можно? Ну ладно. Потом разберемся. Вот так. Это вес. Товарищи. Все. На этом заканчиваем. Всем спасибо, кто пришел. Следующий стрим будет четверг, пятницу. Посмотрим, как Уфо будет с факторией там. Может, у него в четверг факторию будем играть. Всем спокойной ночи.